Всем привет, ребят. Привет, зайчик. Привет. В общем, Наталька собралась ехать. Куда? Показывай. На ноготочки. Ну-ка, покажи. Посмотрите, им завтра будет 2 месяца. Ровно 2 месяца будет, подожди. Завтра сейчас. Будет 2 месяца. Я просто в шоке. Вы посмотрите, какие они клевые, крутые, как они хорошо сохранились. Они мне нравятся дизайн. Так что Наташка вечером покажет, что у тебя будет. Угу, вижу, вижу, зайчик. Скоро мне тоже надо будет ехать сделать. Все, зайчика тут чай попила и погнала. В зале у нас еще бардак, мы ничего не делали. И я сейчас буду делать окрошку. А что ты сок? Ну ты налей себе в бутылочку с собой. Так что покажешь потом, какие ноготочки, и вечером я покажу, что она выберет. Она еще не знает, что она хочет. Давай, счастливенько, дочь. Привет, ребят. В общем, Наташка уехала на занятия. А я лежу, болею вообще жестко. Сейчас слезы бегут. Мозг заложен. Завтра идти в поликлинику с сыном на прием. А я вообще никакая. Не на... Сейчас, может, отойдет, но я же говорила, что у меня, знаете, еще кашель появился. Периодами. То накроет, то отпустит. Я, короче, уже творила картошку с морковкой. Ой, какая морковка, господи. С яйцом. Окрошку хочу сделать. Ну, идет бабка или что там. Слепая, господи, целый день. Я вообще в шоке. Больше им показывать нечего. Вот как глаза только я открыла, она идет, идет. Так что, господи, я думаю, ну когда же у меня... Ладно, там я всегда у меня как бы 2 дня. Один день с одного глаза слезы идут, второй день со второго. А тут у меня это... Вообще, какой день сегодня? 4-й день. Понедельник, вторник, среда. Сегодня уже четверг. А у меня вообще я даже не прихожу. У меня как слезы идут, так и идут. Чуть-чуть отпустит, и опять начинается... Меня так бесит эта напасть. Мне кажется, может, это коронавирус. А я-то не лечусь не так, как от коронавируса. Я-то лечусь лекарством. То, что Степану прописали, в принципе, у него тоже было с носом. Но у него прошло махом. А у меня вообще нифигашеньки не проходит. Так что, не знаю. Завтра, представьте, если пойду в поликлинику, Степку-то выпишут. А как я в таком состоянии. Пойду к врачу, значит, сама. Потому что, ну как я на работу буду выходить? Это тоже детки маленькие, это не нельзя. Так что посмотрим, как буду себя завтра чувствовать. Может, сегодня у меня раз и пройдет все. Кто его знает. Наташка поехала себе ноготочки делать. Мне тоже надо делать, но... А я сегодня сейчас дочек, когда сказала, что она записалась до Ксюшки, поехала на ногти. Я говорю, дочь, ну-ка, говорю, узнай, может, говорю, тоже время есть, и я поеду с тобой за одну ночь. Вот дома же нахожусь и съезжу быстренько. А потом говорю, в смысле, а как я в таком состоянии поеду? Я-то как бы, знаете, нормально так. Потом раз накроет, и все, я дочь говорю, Наташ, не-не-не-не. Ладно, говорю, ты на следующей неделе договорись. В следующей неделе поеду сделаю. Только не знаю. Ребят, напишите, какой цвет можно накрасить ноготочки. Посоветуйте мне цвет выбрать. В комментариях, пожалуйста. Кто какой хочет цвет. Я сама не знаю, что я хочу. Можете фотографии поскидывать. Жду, жду, жду вашего совета. Степку отправила погулять на улицу. Вышел он. С кошаками. Таскал сначала на руках, сейчас отпустил их. Привет. А у мамы слезы бегут и бегут. Че, сыночка, не холодно? Не, хорошо. Хорошо? Как у тебя носик? Нормально. Ну, я слышу, шмыгаешь тоже. Че, взял ее, она там не мерзнет. На солнышке хорошо, наверное, да? Ну, окно открываю, прям чувствую, что прохладненько. Ну, тут в теньке, а тут хорошо, вон траву ест. Ну, там под дыр какую-то травку себе повыбирала.
Это маленькая, как тебе там? Ребекка, за двор только не выходи, там собаки бегают. Угу. Уползут. Пантерка там себе что-то вылавливает. Она всегда, когда травка начинает какая-то зеленеть, она что-то вечно выйдет, там жует, жует. Сидят. Может, на улицу выйти за двор погулять чуть-чуть? Ну, а что тут стоять во дворе? На самокат. А, самокат возьми, покатайся. А что ты ботинки не одел свои? Ну, свежий воздух такой, хорошо. Я сейчас тоже, наверное, кушать приготовлю, тоже выйду погулять. Ой, смотри, чтобы Ребекка не... Ай, колонка у меня же упала. Ребекка, Степ, смотри, чтобы она не убежала. Ага. Уползет. Пантер, давай, не веди ее никуда. У соседей, тем более, собака большая. Залезет в дырку, и все, и не будет ее. Соседям там найдет, она маленькая, вон Ребекка. Давай иди сюда обратно. Куда? Все, посмотри, как ее. Она там не пролезет, там дальше канал. Да? Она только через тубик ходит. Все ясно, пускай на солнышке посидят. Глядь, смотрят, как там. На дорогу. А ну-ка ты калитку открой, туда ее за двор, что она будет делать? Эй, она будет пищать. Смотри, чтобы собаки не было. С другой стороны глянь. Смотри, чтобы собаки нигде не было. Ага. Пошла, пошла куда-то? А, смотри, все, заноси, не надо, пускай не бегает там. Пантерка вон на солнышке пригрелась. Пантер. Ага, ага, побежала искать, побежала свою девчонку. Она дальше канаву не ушла. А, пантера, пантера. Вот она, вот она, вот она, вот она маленькая. Степка она все загнал хозяйство домой. Далеко от нее не ушла, она в канаве сидела. Ясно. Ну смотри, замерзнешь, зайдешь. Смотрите, кто уже приехал, ребят, а я все, короче, это... Собираюсь окрошку, но я уже все приготовила. Сейчас пойду делать окрошечку. Наташка будет мне помогать? Наташка хочет кушать. Ну ладно, кушай, я пойду делать. А это кто тут спит? Это кто тут спит? Кто это тут спит? Я пойдем играть. Я пипец. Что, холодно так? Да. Ну, когда приезжаешь, просто дорогу прийти, а назад... Вы играть будете? Надо идти пешком. Там нормально так пройти надо. Наверное, сколько там остановок? Пантерка. Здесь этот парк по прямой, я так пришла. Короче. Ясно. Кто? Я потом по карте посмотрю, как ехать. Кто хочет поиграть? Пантерка хочет поиграть? Ну что, давай я покажу ногти. А, давай, дочь. Все, 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 пойдем показывай, какие ноготочки ты сделал. Я хотела по дороге сфоткать, забыла. Вау, 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 вау. Подожди, вау, вот зафиксировалось. Ой, да, боже, да. Какая красота. Я не знаю, что у меня будет. Но что-то я придумаю. Ну, мне нравится. Клево, клево. Руки только замерзли, да? Да, вообще пипец, потрогай. Ледяные такие руки. Да, они согрелись уже. Да? Я в маршрутке отогревалась, я пальцами шевелить не могла. Они у меня так замерзли, пипец. Офигеть. Хотя я даже маску напялила, чтобы тепло было. Ясно, пошла крутее готовить. Так, тем временем я, короче, все приготовила. Для окрошки редиска, огурчик, колбаска копченая и вареная. У меня, конечно, маленький кусочек, ну, хватит мне. Укропчик, там еще лучок потом добавлю. И сметанка. Так что я все положила. Сейчас я начну резать и сделаю окрошечку. И буду кушать. Все, ребят, я даже, представьте, чуть-чуть накрасилась, но у меня лицо горит. У меня температура 37,5. Представьте, ну слезы у меня прошли. Я, в общем... Все сделала, убралась, пошла, вышла на улицу, погуляла. Ну, во дворе далеко не ходила, тут возле дома. По-домашнему. Одета как вышла, так чуть прогулялась. Так хорошо. Ну, вот дочь пришла, говорит, такой дубак. А мне, знаешь, вышла, так погуляла. Ну, мне нормально, все, слезы прошли. Я зашла в дом, приготовила все на окрошечку. Хочу кушать. Вот я думаю, пойду я быстренько окрошечки нашинкую. Так, начнем мы с яичек. И, ребят, кстати, напишите, кто любит окрошку.
и кто, в принципе, как делает. Кто на кефире, кто там на айране, кто на этом, как называется? На минералке. А еще дочь как-то по-другому еще что-то есть. Квас. На квас еще кто-то делает. Я на кефире как-то делала, мне прям вот нравилось все. Потом все. Нет, не хочу. Ее сразу можно поесть на кефире, а потом она постоит, мне уже все не нравится. Надо мешать тогда и есть. Да, а я... Ну вот самое обычное, как вода. Сейчас сметанку. И уксус. Можно и с лимонной кислотой, но с лимонной кислотой тоже что-то не хочу. Хочу именно с уксусом. Так что сейчас я себе замочу. У меня галушек, вот тарелочка осталась. Все, что осталось от галушек, съели все. Ну, нос у меня заложен так. Наверное, слышно по голосу, что гундошу через нос. То, что заложено. Сейчас как окрошечку я забабахаю. И покушаю. Температура, я, знаете, вот если бы ночью померила, у меня, мне кажется, ночью большая температура была, потому что вообще ужасно. Я что-то и не мерила, а Иришка позвонила мне, говорит, а ты температура сколько у тебя? Я говорю, а я даже не мерила. Померила, у меня 37 ровно было. На улице вышла, прогулялась возле дома и чувствую, что зашла в дом. Сейчас вот начала краситься. Мне, в принципе, не красила сильно. Я чуть-чуть. А, ну такая красивая зашла. Я чуть-чуть реснички, капелюшку. Ну, губы я всегда крашу. Без губ накрашенных я не могу. Я крашу. Ну и все. И вот я начала краситься. Чувствую, что это. Лицо горит прям вообще невозможно. Думаю, пойду-ка сяду, я температурку померяю. Померила 37,5. Думаю, ничего себе. Ну, к вечеру еще, не знаю, поднимется, не поднимется. Ой, не знаю, антибиотик, мне кажется, надо пить, потому что... Ну, куда? Уже четвертый день. У меня ничего не проходит. Я, в принципе, пшикаю эти... Капли. Забыла, как называется. Вот, которые Степану назначили. Полидекса. Они же вообще хорошие. Степану я напшикал, у него махом прошло. Видно, у меня... Хорошо продуло. Ой, вообще. Тяжело болеть. Очень тяжело болеть. Но когда дети болеют, это вообще для них тяжелее. Но у меня еще, знаете, периодически кашель начинается. И, знаете, кашель такой прям сухой. Не хватало, не хочу. Я вообще... Давно не болела и так не хочу болеть. Для меня это очень тяжело, когда я начинаю болеть. Так что. У кого, кстати, какая погода? На сегодня. Плюс 7, что ли, там. Ну, холодно, Наталька говорит. Возле дома это тепло. Я же шибко далеко не выходила. Я тут рядышком прошла. Не холодно. А доча... ходила, ну, ездила на ногти. Она говорит, там вообще дубак. Ну да, там ветер, наверное, дует. У нее ручки такие холодные. Колбаска вообще у меня чуть-чуть. Еще сегодня Степка проснулся, вам пожарь мне колбасу с яйцами. Я говорю, сын, ну там колбаски мало. Говорю, мне на крошку не хватит. Я хочу колбасу с яйцами. Ну, пожарила ему. Говорю, ладно, у меня чуть-чуть есть вареная и копченая. Я просто не видела, что у меня копченая есть. Я когда пошла вареную убирать, такая смотрю, опачки. А у меня еще и копченая есть. Я такая довольная. Думаю, ну ладно, сейчас я забабахаю. Ну, голова болит, надо таблетку выпить срочно. Таблеточку выпью. Я думаю, что так пройдет, но она, смотрю, не проходит. На улицу вышел, вот на улице мне прям вообще реально, ребят, так полегчало. Прям очень хорошо. Сейчас окошечко открою. Свежий воздух пойдет, может вообще нормально будет.
не нюхаю. Такой далекий где-то запашок, а я знаю, что это колбаса пахнет прям копченая. У нее аромат вообще дай божи. А у меня он такой далекий где-то есть запашок. Вчера вообще запах не чувствовала. Нет, мне кажется, надо пойти таблетку выпить. Потому что, ладно, 37 температура, там таблетку нельзя пить, да, я все понимаю, что организм борется, но у меня болит голова. У меня прям сильно болит голова. Фух, наверное, пойду я бахну ее. Сейчас дочь зайдет, я ей скажу, чтобы она мне принесла таблеточку, я выпью. И все, и на этом я больше ничего сегодня делать не буду. Окрошку сделаю. И пойду отдыхать. Надо поспать мне. Мне вот прям днем бы полечь поспать. Нет, не могу спать. Мне это прям вообще не нравится. Утром просыпаюсь рано. У меня будильник не стоит. Я специально будильник выключила, чтобы мне не просыпаться. Нет, я в 6 часов какого-то просыпаюсь и все, лежу. Начинаю думки всякие думать. Вообще. Пока отвлекаюсь, что-то делаю, у меня это как бы голова не болит. Сейчас вот такая стала, что-то задумалась и чувствую прям, как нехорошо мне. Пока разговариваю нормально. Ну, вот музыку, мне кажется, еще надо включить, и вообще будет хорошо под музыку. Что, Наташка, принесешь мне сейчас эту таблеточку? Парацетамол? Да, парацетамол. Я тут раз делала кружку, вообще прям махом сели. Съели, почти я все съела. Никто ее ест. Мой чуть-чуть ест. Дочь не ест то, что там колбаса, на колбасу не ест. Степка вообще не ест. Я только ем. Так что выходные близятся. Буду есть одну окрошку. Вот куда положить. Ой, выпила таблеточку. Надеюсь, полегчает. А у меня музыка, ну ты же знаешь, как громко орала. Ага. Я как рубила, аж на колонка села. Ее на зарядку ставила. А что ты там кушать моешь? Она там свое. Что-то готовит себе. Она мне тоже заставляет, чтобы я так кушала. Ну как не заставляет, а рекомендует. Ну, я не хочу. Я не могу от такой еды отказаться, которую я ела. Может, туда дальше, не знаю. Пока не готовая. Я люблю есть пельмени. Сегодня вот сидела. Захотела пирожков. Думаю, сейчас, наверное, пойду поставлю тесто, пожарю пирожки. Потом вспомнила, что у меня муки нету. Я все отменила. А я размышляла, что у меня так. У меня есть это дрожжи. Из чего я буду пирожки делать? А потом вспомнила, что у меня нету муки. Надо идти за мукой. А досочка, ребят, зацените, какая у меня доска вообще обалденная, такая клевая. Там уж не сделал. Редиска такая вкусненькая. А ты, дочь, ела редиску хоть? Да. Да? Ну я там оставила чуть-чуть.
Ну, сейчас ближе ехать, где Ксюха переехала или нет? Ну, как ближе, так же далеко. На одной маршрутке. Ну, вот это меня радует. Ну, там, в принципе, тоже я на одной ехала. Я просто там шла пешком. Там тоже идти пешком нормально, но далеко. Да? Ой, назад. Я, короче, сейчас все сделаю и потом на карте посмотрю, чтобы мне самой ориентироваться. Так. Я тут газ с газа сел, да? Ну, я вчера папе сказала, говорю, я окружку сделаю, ничего готовить не буду. Он говорит, хорошо. Ну, ну я галушки, которые у нас остались, я ему на работу еще наложила контейнер. И вот остатки остались. Короче, Наташка яйцо пошут делает тебе. Уксус на уксус, кстати, можешь не убирать. Тебе надо? Да, поставить на стол. Я сейчас буду делать, хочу с уксусом. У меня колбаски, Наташка, правда, прям вообще капелюшка там. Если с чего-то же колбаса. Ну, чтоб ты окошку поела. Там убирать тебе много не придется. Ну, ты видишь, не любишь. А раньше, помнишь, да, эту колбасу? Боже мой, мы покупали, это вообще ужас. Мы просто копченую брали, вот эту палочку. Сыр, кусок. И просто мы утром вставали, постоянно мы ели это. С чаем. А сейчас вообще мне не заставишь так есть. Тем более колбасу копченую. А, кстати, Наташ, ну-ка понюхай. Сильно пахнет она же? Нету запаха. Вообще, сейчас вообще даже... Не чувствую нисколечки. А, редиску вкус чувствую. Дай. Колбасу понюхай. Где? Ну, пахнет колбасой. Ну, воняет. Не, ну ты запах чуешь, да? Да. Прикинь, я еще вот когда начала только резать, понюхала, чуяла, колбаской пахнет. А копченая, она же вообще воняет. А сейчас не чую. Сразу сметанки. Ой, уже запахло окрустика. Так, окрустик. Немножко большой нож. Потому что с этим ножом неудобно резать. О, какой огурец большой. Что? Говорю, огурец большой. Там еще лучок зелененький есть, мне надо выключить. А тебе ладно, нету, да ладно. Ой. Ты дашь мне укропчик чуть-чуть? Бери. Вот так. Бери сколько хочешь. Ну иди, пока у тебя вода не закипела, принеси мне там лучок. Да. Я ж тебе русским языком сказала. Да? Поубирай сухое. Вот эти вот сухие поотрывай. Сейчас это... Покажем, что мы вчера купили, да? Сметанка у меня на остатках. Там чуть-чуть.
Нормально. Все вроде. А? Все вроде, да, ну. А еще вот это. О, лучок унюхала, запашок. Оп, 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 не падай. Ты уже закинула яйцо? Слышь, а если вот так вот я себе буду варить яйцо только подольше, она же крутую сварится? Да. Ну, все, тогда мне, когда будешь тебе варить, делать. Что я мягкие не люблю яйца. Да, надо делать отдельно тогда. Или мешочек. Я в детстве. За раз-два как собираешься. В детстве вообще у нас всегда деда Адам. Отец. Дочь моя, что, что делает? Бежит. Выключить. Я тише сделаю. Да. Это. Он всегда варил яйца. Мягкие. С салом как-то на домашнем. Я, наверное, уже 100 раз это рассказала. Если ты ела яйцо? Да, мягкие. Вот так вот яйцо разбиваешь, краешек. С этого и ложкой оттуда выедаешь все, прикинь. Фигма себе. Да, такая вкусняшка была. Жизнь. Я любила вообще безумно. И жарили яйца, мы всегда мягкие жарили, чтобы хлебом макать. А потом я из-за чего их разлюбила? Наши яйца были деревенские. И курицы снесут, и это, там зародыши были. Неплохое яйцо было. Да, этих птенцов. И все, и я помню, жарить поставила, и яйцо разбиваю, один зародыш. Еще раз разбиваю второй, и, короче, все. Я бросила яйца и не стала есть. Ужас какой. Вот так я и бросила. Яйца есть. Я думаю, колбасу я не буду дорезать. Если ты ее есть не будешь, не надо. Копченая. Сейчас подожду с фильтра воду, налью, чтобы отстоялась. Ой, слилась. Все, короче, водичка у меня вылила в полную кастрюльку. Главное, уксус не перегасить. Да, Люда? Ну, Дашка, попробуй на вкус. Вот я понимаю, что я уже есть начинаю ее. Не пойму. Да. Что именно? Правда, на вкус? Да, на вкус, на вкус. Я покажу, покажу Наташке, что приготовила. Вот яйцо пашот и салатик. Вкуснёшь? Надо еще. Еще? Чего надо? Ух-то. Да. А соль нормально? Ну еще. И соли? Потому что мало, да. Ну я думаю, соли мне кажется нормально. Он себе посолит. Потому что я посолит, чувствую, что мне хорошо. Я по кислотности не поняла. Все нормально.
водой кушать. Так что приятного аппетита, ребят, вам. Ну и нам. Все, ребят, в общем, сделаю я кружечки. У меня, конечно, ее никто не ест. Такую кастрюльку. Сейчас я буду хомячить. О-о-о-о-о-о. В смысле, я тогда ее съем? Приятного аппетита, ребят. Ешь, кто тебе мешает? Ладно, тебе. Слушайте. Ты говоришь, я тогда ее съем? Говорю, ешь. Там. Я еще... сметану? Да, люблю еще сметанку добавлять. У меня падает. У меня, кстати, сметана заканчивается, надо сметану купить. Хочешь жанчевчик? Тебе каждый день есть, что ли? Ну, борщ у меня был, я тебе дала. Сейчас окрошка еще поем, и все. У меня сметанки не будет. Здесь прям людиски. Вау. Красота. Классно, что были диски новые. Угу. Я сейчас сверху собрала ее. Вкусно. Не забываем свои пачки вверху. Да-да-да. Я вот на вас смотрю. И сразу нажимайте. У меня еще, правда, не настоялась. Сейчас еще настоюсь. А ну пофиг ведь. Тут уже я хочу есть. Она настоится. Будет еще вкуснее. Я сейчас уберу в холодильничек. А вечером покушаю еще. Два раза. А чай у нас что? Дождик тот. Да. Мороженое можно посмотреть. Заморозилось, нет? Угу. Я вижу, что чай не поставила. Чем будем чай вести, не знаю. Мам, просто зеленый чай, прикинь, без всего. Угу. Угу. А я хочу с чем-нибудь. Надо отучаться. Ага, умоляю. Я не смогу. Я потом буду все время есть хотеть. Ага. Чего? Что там бегаешь на полу? Нет. Я все люблю окрошку есть, когда на улице жара. Но жары нету. Окрошку есть, все равно хочется. Окрошку все равно хочу. Но с заводом тяжело есть. В принципе, у меня в доме жара. Можно окрошку поесть, да? Сейчас, кстати, покажем, что мы купили. Ты же два раза сказал. Да? Или три. Ну и ладно. Камеру тут неудобно писала, я ем. Себя вижу. Да? Я музыку сегодня не слушала. У меня же на колонку села. Села? Угу. Вырубай. В общем, ребят, покушала, короче, пошла за компьютер, села. Думаю, чуть-чуть поиграю. А меня, короче, накрыло опять волной. Слезы побежали, сейчас пойду смоюсь. И заложила полностью нос. Пойду. Промывать мне нельзя, потому что если я начну промывать нос, то у меня сразу пойдет отит на уши. Из-за этого мне нельзя их промывать. Только капельки. Сейчас пойду глазки помою.
Вот, говорю, периодически накрывает. Так тяжело. Все, в общем, ребят, пошла я на кровать, легла. И слезы бегут у меня ручьем. Вообще жесть. Конкретно вроде бы глаза смыло, что-то чернота. Короче, стемнело. Буду спать, скоро ложиться. Температуру померил, у меня 37,4. Башка болит. Я вот не знаю, пить таблетку. Мне сейчас не пить. Вообще не понимаю. Ну, если больше 37 же нету, 38, тогда только таблетку пью. Ну, вот днем, когда выпил, мне было нормально, у меня прошло. А сейчас опять. Надо мне уснуть, поспать чуть-чуть, чтобы полегче стало.